Мотивацию! Панда! Чё за тяги? Кеф ты мне? Пошёл, ты чё, мне надо расслабиться. Вы посмотрели видео Суперстаса? Смешно было? Прикольно? Алло, пока с ума не сошёл здесь. О! Мой брат! Женёк! Вау! Че это? Хочу поехать в Таиланд и записать влог, где я знакомлюсь с девушками и пытаюсь понять, попаду я на хуй или нет. Просто прикинь, просто знакомишься и просто поднимаешь юбку, смотришь, есть, нет, и вот так. Прикольно, Слышал? Пойду к собаке схожу. 100 000, дружище. Ты живой? Помогал? Я так считаю. Поэтому... Алле. О, Наташка. Блеб, привет. Кися, привет. О! Он же Кися, да? Бэк тут... Куда лезем? Я не понял, нахуй. Я не понял, нахуй. Да вы к Наташе полезли, да? 1900... Мы охуели, что ли, там все, или что? 15-й. Ну да. Писал там, покажи бедро. Здравствуйте, да? Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Максим. У меня к тебе уважение только такое есть, знаешь, авторитет, ты знаешь, на меня там это, туда-сюда. Но, я же не могу никак... Хочешь, я в чат не буду смотреть? Вот и в чат, и никуда вообще не буду смотреть, просто слушать тебя и серьезно взвешивать. Не, Наташ, ты можешь смотреть. Ну, прости меня, пожалуйста. Я тебе не запрещаю. Я вообще вот проебал. Суть этого конфликта. Этот склад, посвятите дедушку в дело. Этот склад, вот у них там был там Хелен, Морфей, Сосовод и кто еще? И угли, пластик. Правильно? 4 же? Все правильно. Здесь ситуация такая. Сосовод сам сказал, что он засосал Морфей? Или кто это сказал? Морфи сказала, что сосала сосоводом. Сосоводу это не понравилось. Они на этой почве поругались, правильно? Так или нет? Он подтвердил. Так. Нет. А как? Короче, Глеб, вы... Морфи, я не... Заткнись, хази. Расскажите мне! Еще раз. Короче, Глеб, ей не понравилось, что он захотел больше, она послала. Обиделась, и она уж... Я нихуя не понял. Он сказал, что она отстранилась от склада и давил на нее, и она вышла и раскрыла правду. Поцеловалась, и он к ней подкатывал. А! Я же говорю! Я написал в ТГ. Все проблемы из-за. Я не сексист. Ни в коем случае. Мне в ответ написали: нихуя. Виноват сосовод. Я говорю, сколько ухуя, это сосовод виноват, и он гандон. Если все проблемы из-за. Она раскрыла, если о них договоренность была. Короче, хуйня, ёбаная. Вот у нас нету девушек в складе, нет проблем. А хотя есть. Все, понял, брат. Чё, брат, прилетайте всей стаей там. Ренат. Да, едем, брат. Останет смело встречу. Все, еду. Мастархан. Еду. Самый лучший. Еду, брат. Запрети мне. Чего? Короче, хуйня, детский сад, ёбаная. Рот. Дети еще. Один влюбился, вторая не хотела с ним отношения этого, он на нее давил, вторая сказала, я пошла, детский сад, ебаный. Ну, прикольно, знаешь, Санта-Барбара? Называется капкан, то бишь, поставила капканчик, ты просто, проходила мимо, увидела гриб, сорвала гриб, оп, и ты уже в капкане. То бишь, ты уже, не то, что ты ешь гриб, а уже, так сказать, ты уже как гриб. Больше. И все. Не извините меня, братья. Если передавать привет, то чтобы, нормальные, там, за 5000 рублей хотя бы. Чтобы не было балагана. Я как папич буду скоро, отвечаю, нахуй.
Оцени ник, передай привет. Ой, Крюшина поедет, отвечаю. Я, короче, хочу. Осуждаю. Что ты? Алло. Брат, привет. Мопи психанула и вышла со сквада. Хелина забанили, Глеб психанул и распустил сквад. Короче, все как обычно из-за девушек их месячных, а Глеб охуенный мужик. Глеб хороший парень, да. А чё вы там просто обвинили все Глеба, не понимаю, почему. Кого? Я, короче, пару игр скачал. Пару игр кого? Скачал. О, мы тоже будем скоро VR. А, я же VR завтра распаковываю. Готовьтесь, скоро будут VR-стримы. Выходит, ребят. Ладно. Еще есть. Нихуя себе. Я сильно расстроилась. Обязательно, Лиза, вот верю. Что ты распинаешься? Я не распинаюсь, все же наоборот. Удивительно. Хорошо, все будет хорошо. У нас за эти песни пока нельзя присесть? По-моему, да, можно. Осуждаю, все будет хорошо. Oh yeah, I'm kind of just in my cozy stuff, but Okay. God damn! God damn! Охэй. Кто это кричит? У Славы такой выпуск выйдет. Мне так стыдно. Перед девушками всеми, что я там хуйню такую нес? Пизда просто. Овощи. Вот моя аудитория здесь находится. В закрытом доступе. Я не знаю, когда. 2-3 недели где-то. Это пизда. Смотри! Вау! Это что такое? Что это? Как кто это сделал? Это аккаунт с какой-то стороны взял, да? Ну да. Зубарев, за каждый твой стоп мне на карту приходит 1к. Помоги заработать. Неплохо. Мне нужно срочный, максимальный отхил на просто на 1000%. А чем он там спялится на меня? По-любому там пол Таиланда. Я уверен, он не просто так туда полетел. Клянусь. После стрима. Этого основного. Я увидел вот это. То, что... Что это такое? Кишки? Ну это по фану же. Это. Бустера. Гинсух Шадуки добавили. Соклановцы, всем привет! Всех с первым днем в кишках, соклановцы! Соклановцы, всем привет! Могу даже задэнсить. Давай. Сейчас задай. Да нет, тормози, сейчас ноль зрителей будет. Пойдем. Бог! Блин! Суба! Ты нахуй робов топорада разбил? Ты че, брата? Ты как нашел меня? Мне сестра сказала. Я первый раз в жизни такую маленькую аудиторию увидел, молодую. Первый раз в жизни. На это диски. Привет, Лёва! Заебал, говорит. Да, чё это? Что ты? Нормально, вам? Ровно? Почему в ТикТоке именно такая аудитория сидит? Я, это все с ТикТока. Вот мне интересно, почему? Не хуйся, ТикТок это же для сверхъестественных, для больших, для взрослых. Хуй, 12-летние все. Ровно, когда нормально. М3, Лёха? Дай круг сделаю. Да пошёл ты, знаешь куда? Есть отлопка? Твою мать! Моей подружке сегодня день рождения. Реально? Здорово. Попросила... Кружочек, если можно. Давай. Привет, Грызнышка! С днем рождения, поздравляю. Маша, ради тебя только. У него зарядка села здесь. Да, она, он,
Он бежал с Эвереста сюда. Ты телефон снял. Я бедный. Я на 3%. Ой, сиди, сейчас я тебе так скажу. Наташа, нахуй не подкатывайте, ахуй, сука, я всех на Твиче предупреждаю, слышишь ты меня, нахуй? Подожди, стоп. Извини, бутылу. Да что происходит? Ни глаза, ни жезла, брат. Здорово, Вадь. Не-не-не-не-не-не-не-не, Вадь. Да ты его выкинула. Все, по лампочкам. Выгорание. Не кикнула, не выкинула, не, просто не хочу, зачем? Не надо. В смысле, а что вы в хороших отношениях не остались, Наташ? Подожди, ты Глебу про что говорила сейчас? Не, почему? Вот он же про Леру тебе. Я его не кикнула, я просто его аккуратно переместила в другую руму. Что? Вот и Глеб тоже переместил Леру в другую руму. Вот и все, понимаешь? Короче, грубо говоря, порой у всех были зеленые лампочки, все было хорошо. Порой были красные от кого-либо там, или у меня загоралось, или загоралось там у другого члена склада. Что за лампочки? Я просто вам образно примерно... Ты можешь по-человечески разговаривать, но что ты, блядь, несешь? Я образно разговариваю, чтобы человек понял, что я говорю. А ты можешь напрямую сказать, вот просто словами обычными? Нет, так, ну, если Наташа не понимает... Моя конструктивная, мышличная, так сказать. Кого? Гиперзвуковое. Вот, гиперселенная, так сказать, ну, словосочетание мнения. Теперь знаете, ребят, покажи бидоны, это комплимент. Все, больше... Как такой же переход сделать, как у нее? Ничего не надо знать, чтобы вот делать комплименты. Просто напишите своей спутнице, даме сердце, покажи бидоны. И вот, как говорит Глеб Сосовод, это значит... вы можете данным образом, данным сообщением подкрепить свои намерения. Намерения к этой женщине. А, блядь! Ать! Что? Сука! Сейчас, брат. После стрима только, хорошо? Это шоколада, прикиньте, съедобный. Короче, не будет. Это шмаль. Это уже нельзя хавать, если что. Какой плесенью? Там пауки ползут внутри в дырочках. Там уже червячки. О, ну долбаный, заткнитесь нахуй. Вы что, конченые, уебки? Реально или нет? Надо было сразу схавать. Ну там реально червяки могут быть, идиоты. Да? Мурашки пошли, закройте свои рты. Попробуй укус или ацетон. Уксус? Уксус? А кто такой уксус? Что такое уксус? Уксус? Что знакомое? Уксус. 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 А, уксус, блять, идиот, уксус, блять. Я думаю, какой уксус, блядь, что это за хуя? Извините, вы хули пи***те, вы никто из вас в деревне? Подожди, это же... Не знаю, где каждый друг друга знает, блядь. Это же Даша? Да вообще все подряд пи***ются. Это к чему ты сказала? Нет, ты себя закапываешь. Я что, всего 9 минут посмотрел? Быстрее, быстрее. Это вообще хаю... Раша. Раша. Она как, я вижу, он прям хочет выебать этого мужика, понял? Она же опасная, он. Что смешного? Что смешного? Чё ржёшь? Раша. Раша. Нью-Зеланд. Ещё. Низи дефьюз? Это с этим что случилось? Он какого хуй полицейским на Твиче стал вообще? Нет, три мантапа просто. Евгений, блядь, что это было? Я хочешь, я вырублю стрим, если какая задержка? Жить, тише. Тихо. Что делаешь? КТ-1 за смоком, живи, Серёг, просто живи. Окей. Что происходит? В окне авик. Да ну. Что делать, блять, я не понимаю. Посоветуйте мне сразу игры в VR-очках. Топовые. Бокс там, что там еще есть? Блять, Бусин, ты дура, что ли? Еще, сука, блять. Майнкрафт.
Иди отсюда, блядь, тебе говорят. Хоррор сыграем, хорошо. Я люблю. Да уйди. Раз. Ой, блядь. Боже, Буся, зачем ты это делаешь? Иди отсюда, блядь. Пиздец, ползет нахуй, я охуел. У меня аж мурашки по всему телу пошли. Передай привет Владу. Буся, зачем ты это делаешь? Гоуфир, сейчас, досмотрим. Иди, а найдите мне сайт, где посмотреть. Иди, я боюсь. Кингсмана. Иди, блядь, тюбинский спорткар. Алло. Умоляю, покажи, где капуста? Капот и рапуста. Капот, подожди, подожди. Пиздец. Кинопап покупай. А где такой найти мне? Я все, хоть, все могу ожидать от этой машины. Ну не ламба, двери. Вах, брат, это чё? Это чё, я заму? Шайтан! Отца? Серьёзно? Охуенно смотрится. Вообще фильмы про зомби смотрели хоть один? Типа, как вы из школы там сделаете, как забаррикадируете, как девочку, которую любите, будете защищать, и она как вам будет отсасывать жестко в туалете. Если у вас включен на уведомление мигание фонариком айфона, вы долго... Я, конечно, зомби-апокалипсис случится, я только за свою жопу буду думать, и все, мне вообще похуй. Родители и я, все, а на остальных мне будет поебать, клянусь. Нахуй, поменяйте прямо сейчас. Реально, как меня заебали эти тёлки, у тёлок постоянно включены к уведомлению фонарики. Они вот так вот с тобой разговаривают, что-то делают в телефоне, и тебе ебашит этот маяк в глаза. Ты просто сидишь, думаешь, да нахуй. Рената, я как баррикаду поставлю дома. Это нужно. Включи вибрацию, звук. Как выкосить? Она вообще ничего стоит, ничего не делает. Она ждет действия, тебя, ты самый главный. Да, Рената не будет трогать, они будут ебать свой, а Рената там будет. Брат, ебать, мажет. Он не сможет. Они его не будут трогать. Он в ногу, попади, он не сможет. Равшан, передай пламенный ассалам алейкум Дагестану. Бля, Дагестану ассалам алейкум. Ты что такое? Это что нахуй, ёжик? PUBG еще не умер? Я, блядь, неделю в Москве там тут-там был. Он еще не сдох? Куча был, блядь. Это игра ебаная, еще не сдох. Да вы что? Вплотную дорогу у меня! Пушат! Ой-ой-ой. Какие же боты, ёбан. Хорошо. Деда Мороза не существует, детей приносит не аист. Что, блядь? Отвратительный донат. Фу, это пиздец просто. С Моргенштерном что случилось? Блядь, какой говно. Где он живет? Он бедный стал или что? А где деньги? Во, видите, течет. А! Пиздо. Бедный! Не, если бы Моргенштерн стал бедным, так это вообще пиздец. Квартира 7 тысяч баксов в месяц? Ну, ты, конечно, мужчина мечты, я ебал, а? Сколько, блядь? Боже. Мне мама с детства говорила, боже, Алишер, как девочки из-за тебя страдать будут, как девочки плакать будут, боже, какой красивый мальчик, знала что-то. Смотри, не, ну, на. Да, нормально. Мало потратило вообще прям уже. Нихуя он, блядь, какое тело имеет. Судя, привет, тоже передай. Вот, блядь, прям вот машина. Сухая, блядь. В детстве, ну как, в 18 лет, когда я брал первую машину у дедушки, Nexia, мне запрещали в ней курить, говорили... Равшан, передай привет, Равшан, подбери машину, Равшан, дай совет. Мы ее потом не продадим. Продадим. 100 тысяч рублей стоила Nexia. И сейчас я купил себе Макларен и Бентли, и курю в них, и Порш, и Кадиллак. Соси, битурбо. Всех, и все продал. Сколько раз дрочишь? Вот хороший вопрос.
Но иногда бывает по 3 раза в день. Иногда, ну, наверное, вот 1 это минимум. Наверное, так. Ну, жиза, что могу сказать? Я вообще, блядь, не люблю девчонок. А кого ты любишь? Привет, чё, ты? Какую жвачку посоветуешь взять? Я вот думаю, арбузная. Все, вообще? Ты или что? Блю. Бегите, нахуй! Скажи-ка, пожалуйста, я на уличном рынке объясняю диету и наслаждаюсь исключительным джазом. Зай, деши, 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 деши. Да, у меня, я бы хороший китаец получился без меня. Как это хуйню выучить? Я не понимаю, Зубарева. Зубарев, как это вообще возможно выучить? Жиши, пиши, шибляли, тенержи. Бля! Я хочу в эту... Я тоже хочу в эту игру играть. Ех, как ех! Но! 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 Не надо! Не надо! Что? Братан, братишка, огурец. Но! Тварь подничья! Сука, как бегать? Раша, здорово. А, please! Help me. Я не могу стримить. С каждым стопом жизнь моего деда сокращается на 10 лет. It's run, no управление. А уж на какую машину подобрать, если с девушкой расстался Шма? Кстати, передай ей привет Шману машине, не девушке Шма на зеленой курде, курде, лита, нерджи, мужчина, ритбул, не фор, я не фор, курди, курди, собака. Как они меня заебали, это... Какой твой интерес в ФК деньги? Хочу в спорт двигаться, я не хочу, чтобы я... Я хочу в спорте двигаться. То есть я хочу быть стримером, спортсменом. Вот мой интерес в ФК-деньги. И не только ФК-деньги. А чё, Гун? Ганг? Найс нос, Джи. Ганг? Ты мать, а почему он по мне стреляет? Это фраг? Это фраг? It's... Гайс! It's фраг? What the f... Бля! It's grenade! Damage, grenade! He doesn't know how to play. No kill! Сука, бля! Это прикольная игра. За что? Понимаете, честно. Опа, все, я понял. Это мне телефонный звонок срочный, секундочку. Да, конечно. Ой! Вах, какая красивая! Спасибо. Ты по-русски разговариваешь? Я тебя люблю. I love you. Это все, что... Здрасте. Нихама. 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 А? Фамилия? Я. А, очень хорошо. Good. Я. У вас есть пауэрбанк? Нет. Уже нет. Блин. Да. Есть а один. Ты к нему не подлизывайся, у него жена есть. Я не подлизываюсь, я просто пауэрбанк. Если надо подлизать, я подлизу. Да? Да. Давай. Пинг! Она меня провоцирует. А по какой причине? Он сказал, что он устал от отношений. Блин. Ну а по дырке хочется отхватить, согласись же. Что? По дырке хочется все равно же отходить, когда тут, соответственно, там парня нет и так далее. Согласись? Ну иногда можно. Ну да, я же это понимаю, это нормально. Когда, люди добрые, пожалуйста, перестаньте ходить в клубы и займитесь собой спортом. Опа, девочки, это... что скажете? Это пинг. У вас сейчас есть акция. Один отсос, второй бесплатно к пингу. Давай. Кто плохо сосет, будет пересасывать. Правильно! Vamos! Блядь. У меня сейчас флешбеки в моей универской жизни. Бля, я аж кипы, бля. Я, блядь. Один раз увидел корейца в клубе, сказал им не хайца, а унимадэ, что переводится как привет, мать и...
Меня ж, ну, ненавижу вот эти клубы. Я, у меня... Что со зрачками, а ну? Еб! Ай, пиздец! Я собака, ты собака. Наркотики зло! Теперь матч тоже в... Пойдем тусоваться. Ты чё, чувак? Ебанулся совсем? Походу, да. Да убери ты, донат 100 рублей. Бакланты тоже. Братан, здорово. С тобой что конченое, блядь? Танцуйте, танцуйте! Что? Что происходит? Ярмус! Ярмус! Нихуя! Открой банку лить энерг... Нету, брат. Кайфом открыл бы, знаешь, нету. А вот это легендарная тема. Сочно спелое наливное яблоко, вот что я. Я спелая игрушка, яблоко подружка. Фруктовый сад. Серега решил контента завести. Так общается, как мне надо тоже какой-то контент начать делать такой прям серьезный. Ах, арбузик загляденье для фолудка навлаждения, фочный фладкий сахаристый, вырыв и позрел так быстро на моей сибирской даче по лопатой грубой мячик. Не пугайте меня, я сегодня арбузный. Я вообще, я какой-то контуженный какой-то, я ничего не слышу. Я не понимаю. У меня пижина нету, нахуй, по бокам. Серег, я только зашел, и ты уже с прилавка сразу на стрим плюс реп. С какого нахуй прилавка на стрим, идиот? Меня атакуют. Равш, ты мамин или папин? Взорвали арбузик. Короче, я... Общий. Квад себе на папку и всем закажу костюмы. Я чё? Костюмы этот. Там костюм, например, яблочко, костюм у этого дыни. Охуеть. Ааа, и всем вебки выведу. Это же вообще вау. Идея или... Привет. Чё? Перестал общаться сейчас с человеком, теперь сижу реву под твои стримы. Вот как тебе сейчас ответить, по-нормальному или каким образом? Я просто в костюме арбуза сижу, не знаю, насколько я сейчас серьезно могу какую-то вещь сказать. И очень много раз я... Я не пойму одну вещь, я зашел в один, вот смотрите, есть день, вот я бы вчера зашел, и все смотрели «Беременна 16». Это как работает? Это типа серия какая-то вышла или что? И резко все начали смотреть, или что? Есть ощущение, что это Юля Байол, но которая очень много кушает. Ох, похоже... Я просто теперь под каждый крупный рейд танцую. У меня нововведение. Привет. Слышишь меня? Алло. Вова, позови меня играть в какие-нибудь игры. Я постоянно смотрю на Twitch и Фэми, как вы во что-то играете. Весело. У вас там из... Блять. И у вас там... Он вышел. О, рейд! Я вот все про... Нормальный совет, как стать оператором. Что это? Если нет камеры, опыт и денег на камеру. Вот так. Вот так. Вот так сделай, нахуй. Красава. На него вообще без ничего. Смотри. Ты вот так прилетел? Как мне? Чемоданы. Вообще без ничего, брат. Здорово, брат. Чертелы, не знаете, где купить. Брат, есть две штуки. У нас машины уже есть. Они какие бесстрашные стали, смотри, как двигаются. Ну какой был. Ты можешь их можно оставить, да? Да, конечно, Данил, ты только это можешь залить. Больше ни хуй, у тебя нет мозгов залить. Сейчас
Красиво смотрится, не? Машинка. Вы чья-то или одна? Одна? Там Колян. Неплохо. Ебать, она какая. Фу, блядский разврат, ненавижу. Наркоманка ебаная. О! Ебать, я представляю, сколько там наркоманов. Просто сколько там солевых уебов. Я один раз был на концерте Сако и Саяна, и я вам скажу, что я не видел там трезвых людей вообще. Я видел людей, которые бесконечно раз ходят в туалет, туалет всегда занят, пиздец, все разорванные, вот такими зрачками, просто вот так, вот такими глазами, вот так. А там что происходит? Я вообще... Что происходит? Здорово, Равшан. Это Гриша, твой одноклассник. Как ты, брат? О, здорово, Гриш. Я тебя не видел. Гриша, здорово. Найдите мне фильм с качеством сразу. Или нашли, или не нашли. Какая же солевая движуха, просто. Здесь, бля. Так, нам осталось 10 минут, да? Без негатива, бро. Забрал у них шмоток нога. Сколько они у них стоят нога. Я вижу нефура стоит на улице. Через секунду лежит. Упал. Бабские шмотки тебе не помогут. Ты транса, я жесткий мужик.